Серийного вора взяли с поличным. На месте преступления задержан ранее судимый 38-летний мужчина. Житель Шихан был пойман около детского сада на улице Чернышевского во время кражи сумочки из автомобиля. По словам полицейских, злоумышленник дождался, когда женщина вышла из автомобиля, чтобы отвезти ребенка в сад. После чего он разбил стекло и попытался похитить ценные вещи. За подобные преступления задержанный был судим 6 раз. Стоит отметить, что до поимки злоумышленника в Заводском и Октябрьском районах участились случаи кражи личных вещей из автомобилей, припаркованных возле детских садов. Преступник пользовался тем, что женщины покидали автомобили, оставляя в них сумочки. Все, кто пострадал от действий преступника, ждут в отделении полиции.